Самые известные животные-космонавты – собаки, белка и стрелка. Однако у них были предшественники. В самарском зоопарке посетителям рассказали о животных, которые побывали в космосе. Собаки, кошки, кролики, черепахи и даже мухи и рыбы. Как выбирали первых млекопитающих животных, которые должны были в космос отправиться? Ну, в общем, там колебались между приматами и собаками. И остановились на собаках, потому что приматы, они, ну, более сложны в дрессировке и более непредсказуемы у них поведение, особенно в условиях совершенно неизученных. Там тоже был такой отбор. Собака должна была быть не выше 35 сантиметров, должна быть абсолютно здорова, спокойна и весить не более 6 килограмм. Один из последних полетов четвероногих в космос стал самым длительным и составил 23 дня. Среди животных-покорителей космоса – кролики. Они летали туда два раза вместе с собаками. В 1959 году в полет отправился кролик Серый, а через год – беременная крольчиха-звездочка, которая впоследствии принесла здоровое потомство. Кролик Тако в космосе не был, но сегодня помог юным посетителям зоопарка познакомиться с историями животных-космонавтов. Посетители увидели и черепаху. Эти рептилии очень выносливые и долго могут находиться без воды и еды. Две среднеазиатские черепахи в 1968 году совершили первый в мире облет Луны. Я узнала, что в космос летали черепахи. Для гостей зоопарка также прошел интерактивный квест. Участники получили приятные сувениры. Полина Чулюкова, Николай Епифанов. События.